53% армян, избрав Пашиняна, проголосовали за абсолютно швондеровский популизм. За абсолютную инфантильность и полное снятие с себя любой ответственности за безопасность страны. Россия будет вести переговоры с Баку, и Россия же разместит своих пограничников. У армян же, судя по всему, есть более важные дела. Это фрагмент полной возмущения статьи, опубликованной на портале ЖАМ. Автор статьи также заявляет о процессе полного уничтожения, хоть и слабой, но все же армии. Он подчеркивает, что Армению намерено превращать в типичную банановую республику без вооруженных сил, за сохранность границ которой несет ответственность другая страна. Далее он задается вопросом, какого черта в Армении премьер-министр, а не назначенный из Москвы губернатор? То есть охраняет Россия, вооружает Россия, пограничный контроль осуществляет Россия. А чем занимаются избранные власти?